Приветствую вас, подписчики, приветствую вас, гости канала. Итак, у нас по лунным суткам вплоть до 25 числа, 25 сентября, идут дни, когда можно избавиться от перекрытых ваших дорог жизни, снятия сглазов, снятия негатива, который на вас, который так или иначе, но перекрывает вам ваш жизненный канал. Поэтому решил записать абсолютно элементарный, короткий онлайн-ритуал. Это сжигание перекрытых ваших жизненных дорог, спутанность ваших жизненных дорог, спутанность, которая вызвана именно негативом, одновременно неудачи, которые вам просто заслонили ваши глаза, и вы попали, допустим, в круг неудачи. То есть, что бы вы ни делали, у вас абсолютно все не получается, и вы не видите выход из положения. Сразу говорю, повторять можно каждые эти лунные сутки. Все будет в первом прикрепленном комментарии, написано в информационном блоке. Делать можно не только себе, но и своим близким людям, своим родным людям. Просто вначале называете имя свое, потом минут через 10-15 называете имя того человека, кому вы хотите сделать данный ритуал. Помимо этого, смотреть всего лишь один день, и вот, допустим, вы сделали себе, сделали там сыну, дочери, зятю, да кому угодно. Вот закончили с последним человеком, вы берете 2-3 монеты, 2-3 купюры абсолютно любого номинала, выходите на перекресток трех либо четырех дорог, бросаете на перекресток со словами «за ритуал». Со всеми моими другими ритуалами он полностью сочетается. Итак, когда я говорю имя, называете имя, данное от рождения. Сама ритуальная часть абсолютно короткая, и для профилактики делать можно. Ну все, мы с вами начинаем. Четко просто смотрите на горящую свечу, когда я говорю имя, называете имя, данное от рождения. Будут моменты, когда вам надо будет обратиться к огню, но я это вас предупрежу. Лайки все поставили? Начинаем. Илам котов нам хафарат. Тулейлам эйшилайлам хафат на инукирсин. Эйлам котов, тулейлам лам кафат эйшилайлам иннафат капфину келейлам иннафарет. Тулейлам кафарет кирсин. Имя. Сув сулейлам лам карам лам чарту им. Зум сулейлам иннаам карайлам иннафат ильчарту им. Уншудейлам лам чафарат. Шудейлам лам нам джаферет кафат тулейлам на все им янсин имя. Зулейлам кар караюларим янсин. Зулейлам кар руска архафат тулейлам рус янсин. Улейлам хафат джафар. Улейлам хафат джафарат на им имя. Зулейлам кафат нум лам иша ино софарат и на аферет кирсин имя. Карам кар кафарет янсин. Син карам юллари мин карам кыфыл янсин. Умши дойлам дулайлам хаффарат келсин. Ту элейлам хаина софарат эна фарат навси им янсин. Имя. Чаду им иль мин карам кыфыл юллари янсин. Имя. Чаду им и мин кара кыфыл эна все им янсин. Имя. Зов суфарат иль карам иль ру фарат янсин. Эйлам эйшен айлам туваттам инна афарат имя. Эйлам эйшен айлам инна афарат имя. Эйлам эйлам шинават инна афарат имя. Дула фаттам иль куфарат инна все им янсин имя. Суфарат эйлам хафарат хаина. Эйлам эйшитайлам кельсин имя. Суф лаам эй зулейлам товатан зов янсин имя. Зо эйлам хафарат тулам эй хафарат янсин имя. Сейчас каждый смотрит на огонь, и каждый сам своими словами обращается к огню с просьбой сжечь все перекрытые ваши жизненные дороги. Сжечь все трудности жизни, которые у вас присутствуют. Все неприятности в вашей жизни, все финансовые блоки, которые у вас есть. У каждого полностью свои слова. Имя.
Асим. И меня дуем эль кафтулайлам, эль на фаратке цинцов сулайлам. Тулейлам айну мины кафалнан янсин. Сов сулайлам, эль на фарат, эль меня дуем эль кафарат янсин. Имя. Имя. Хаффарат иллам нам ферет сулайлам. Хаффарат илла ферет илла всеим янсин. Имя. Сейчас, когда я задую данный огонь, каждый представляет, что это не огонь задулся, а как все ваши порчи, проклятия, сглаза, все ваши перекрытые жизненные дороги, как все это задулось и превращается в пепел. Иллам хаффат тулейлам. Сов сулайлам кетсин. Эйлам хаффат айну элойлам сов лам хаффат рад кетсин. Унду лайлам эйшен айлам айну сов рад кетсин. Имя. Сулайлам эйлам айну сов рад эда ферет эна фаим кетсин. Имя. Как только задую, сразу представляете, что это все перекрытые ваши дороги жизни погасли, все сглазы, все порчи, все переживания вашей жизни, как это они теряют силу, а не огонь. Аминь, аминь, аминь. Скажите аминь. Итак, друзья, если вы будете делать и себе, и своим близким, то... Вначале делаете себе, проходит минут 10-15, открываете заново видео и делаете уже близкому человеку. Как только закончили со всеми, то берете 2-3 монеты, либо 2-3 купюры любого номинала, несете на перекресток со словами «За ритуал». Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Напоминаю, лайк и подписка на канал – это минимальнейшая ваша благодарность силам. Либо же ссылочка на донат, она будет в первом прикрепленном комментарии в информационном блоке. Всем удачи!